Где-то захватку закидали за полтора часа примерно. Уже третий день, рука набита. Быстрее идет работа. Ну и качество, соответственно, лучше получается уже. Так, приступили к открытию участка возле витража на четверике. Утром сейчас доделали парапет. Второй участок уже, один четверик готов. И там готовы за углом тоже. Ну какие из-за резинок взял-то, какие лучше? Вот эти, да? Ну чисто из-за того, что резинки толще. Они и в руке, руке, да? Да, они удобнее как бы так. Это тут это, демагогия у нас про хапы. Вот, обзор хап. Что у нас на рынке? Идентичные хапы, но вот из-за резинок человек... Ну и то у меня все красное, но ага. Одни такие. Да, вот что немаловажно. И термоусадка на ручку. Что у нас тут еще есть интересного? Ну, такие хапчики маленькие. Косячок обрезиненный. Как оправочка, отлично его использовать. Особенно с полимерочкой, когда у нас металл, вообще шикарно. Молоток шведский, вот разговоры про молотки. Да, я заеду, у меня там папки есть. Надо будет на колокольню подняться. Наверное, я это сделаю завтра. Пообедаю быстренько и туда поднимусь, посмотрю, что там. Для пайки. Вот это достань, вот это, да, вот крути, покрути. Чем подключаешь? Так, еще переходнички всякие. Показывай. Ну-ка, давай жало само. Хорошее жало. Его можно подковать. Вот, пика такая, точечная. Все нормально, точечная. Да? 100 грамм рули, да? Точечная. Вообще нормально. Конечно. Движуха, движуха медная. И резину. Так, принимаем картины. Тут целая технология. Один стоит внизу, там человек подсказывает крану, а мы ему сверху объясняем. Сумка моя приехала. Картина нам. На четверик. Пленка. Димка принимает, молодец, уже давно здесь работает. Лёнь, ну чё ты стесняешься? Для фильма же. В общем, сегодня третий день работы. Конец дня. Сделали вот этот вот отлив возле витража. Сделали парапет. Дальше здесь доделывали. Так, сделали еще вот здесь. И возле витража. Сейчас дождь начинается. Сейчас пойдем домой. Сегодня подснял немного барельефа на фасаде. Интересное там. Леонид мастерство здесь свое воплощает в жизнь. Какую уборку он сделал? Несколько таких деталей сделал хитрых.